меньше. Я тебя не меня. Слушаю, давай. Когда мне было 6 лет, моя сестра была в 2 раза Значит, меньше меня. Давай заново. Когда мне было 6 лет, моя сестра была в 2 раза меньше меня. Ну, лет ей. В 2 раза меньше лет было. Сейчас мне 70. Сколько лет моей сестре лет? Ну, вообще, по логике, ее вообще не было. Не-не, сейчас мне 70. Сколько ей лет? Ну... Так, ступай, что ли? Стоп, ладно, давай я заново повторю. Когда мне было 6 лет, понял? Моя сестра была в 2 раза меньше меня. Да я понял. Мне сейчас не 70 лет. Сколько ей лет сейчас? Ну... Не, я бы ответил, но тут по-любому что-то с подвохом связано. Ой, ты же как ты тупишь, давай отвечай. Сколько ей лет? Я жду от вас ответ. Не-не, ты говори. Ладно, когда мне было 6 лет, моя сестра была в 2 раза меньше меня. Сейчас мне 70 лет. А, младше. Сейчас мне 70 лет. Сколько ей лет? Да я это понял уже, я это слышал. Сколько ей лет? Да. Сколько ей лет? What the fuck, Макс? Ты что, не можешь разгадать эту легкую загадку? Подожди, и когда... Мне сейчас 70? Сейчас мне 70 лет. Сколько ей лет? Сколько ей лет? Не, ну по логике ей 64. Подожди, сейчас. Ну в два. Неправильно, Макс. Ну в два раза это значит ее не было. Макс. Или по крайней мере ей было 3. Сейчас. Ей было 3. Ну. Ну. Ну, сейчас мне 70 лет. Сколько ей лет? Ну, получается 35. Ай, Демир, он ответил 35. Я хз. Давай. Макс, тебе ответ надо? Давай. Я 67. В два раза. Мне было 6 лет. В 2 раза ей, значит, было 3 года. Понимаешь, да? Теперь вот. Давай так. Мне 70, ей 67. Ну да, еще 35, да, там было глупо. Макс.